Почти век на службе, чтобы любимый город мог спать спокойно. Уголовному розыску исполнилось 95 лет. Им приходится сидеть в засадах и устраивать погони. Они ловят тех, кто совершает грабежи, разбои и убийства. Если бы на страже нашей жизни не стояли сотрудники уголовного розыска, это наверняка ощутили бы многие. В минувшие выходные бойцов невидимого фронта поздравляли в филармонии. В Чувашии в уголовном розыске служат несколько сотен человек, а преступления, которые они раскрыли с начала года, исчисляются тысячами. Самых-самых наградили. 12 сотрудников получили премии, 52 объявили благодарность. Также в этот вечер вместо поиска преступников оперативники смогли отдохнуть и посмотреть концерт.